Привет, вы находитесь на канале FinSkate, меня зовут Ференс, и сегодня мы катаемся в стрите. Приехал я в скейт-парк, значит, вон туда, и там проходит контест у самокатеров. Ну, вышли на граньку вот сюда поскользить, и особо долго тут задерживаться не будем, может, сейчас поедем куда-нибудь. Хочу просто потренить, заснять тейлслайд. Здесь грань, как мне кажется, довольно такая высокая, то есть чаще всего я привык делать тейлслайд по граням чуть пониже, а здесь она, ну, то есть я не думал, что я буду на нее запрыгивать стабильно, по крайней мере, и скользить довольно-таки долго, и просто буквально с первой, со второй попытки у меня поехал тейлслайд. Я думаю, ну, значит, это судьба, значит, нужно для вас заснять. Ну и плюс, чаще меняешь грани, тем быстрее трюк застабилится. Мне кажется, что это работает примерно так. Поэтому пытаемся, делаем тейлслайд, ну, минимум 1-2 метра сегодня. Приехали мы сегодня в Косму, и тут супер радиус. Давай, съезжай. Косма — это, ну, на окраине Калининграда, можно так сказать. Раньше это что-то типа поселка было, сейчас это город. Ну, минут 15, наверное, на машине. Если по пробкам, то, может, и побольше, полчаса. Парк супер нравится, супер все идеально, особенно перилка идеальная. Я, правда, по перилке все забыл абсолютно, тут бордслайд вспоминаю. Просто в шоке я. Сейчас прилетел в штатив доска. У камеры просто верхняя крышка отвалилась. Отвалилась кнопка включения. Там это все было на застежках. Просто закрыл заднюю крышку, то есть внутреннюю. И все работает. Здесь, кстати, крутая рампа в том плане, что классно по ней делать именно мэнники, то есть офигенный мэнюал пад у них. Сделал много трюков, и все со второй, с третьей попытки максимум. Сделал мэни фронтсайд аут, мэни бэксайд аут, мэни фронтсайд но комплай аут, мэни шовит аут, нос мэнюал шовит аут. И сейчас хочу сделать флип аут, ну то есть мэни флип аут. Жалко, что я все это не снимал, камера стояла на зарядке, но сейчас думаю, попыток еще, наверное, 10, и я сделаю флип-аут. Отмена информации. 10 попыток у меня нет, у меня есть пару попыток, потому что ребята уже собираются уезжать. И вроде бы сейчас была одна близкая попытка, но надо сейчас 2-3 максимум доделать. Надо будет сюда приехать и добрать как-нибудь. Либо на каком-то другом мэниал-паде добрать это. Спонтанно ехал, короче, на скейте, на крюзаке с вот такими колесами. Вижу грань, думаю, блин, а что если на жопе съехать на телле с нее? Ну, то есть сейчас увидите, как это будет. Ну, то есть тейлслайд, но без захода и сидя. Заганим трюк с первой попытки на крюзаке. Блин, прикольно. Катаемся на верхнем, скользим по боксу. Я учу сейчас бэктейл. Думаю, что время пришло. Но пока успехи мои таковы, что я
научился backside salad, или как он там называется, backside саски, не знаю, раза 3-4 его поставил на стабильном уже, но backtail пока что никак не могу. Ну, то есть, бывает, скажу, и меня скидывает. Сейчас постараюсь добрать. Блин, на самом деле вообще хорошо идет. Первый бэктейл был, колхозный, но был. Просто болото у нас в скейт-парке. Вот так вот катаемся. Ну, в плане, там все более-менее сухо, а здесь болото. Вон там лягушка квакает. Был финскейт, это был туториал по мануалу. Подсказка будет с плавающим плашки здесь. Ссылки на наших партнеров в описании, либо в закрепленном комментарии. По поводу бэктейла, я вот его один раз вчера поставил. Сегодня катаемся стрит. Приехали на вот такой спот, здесь, короче, с гранем можно подъехать. И вот такой вот мини-мануал пад. И по нему сделать мэник и слететь сюда. Я могу эту карту сделать. В общем, пришел я на этот спот, думал, что особо ничего у меня не получится. И задумал здесь сделать мэник вот так по вот этому. И дропнуть, то есть во фронтсайд на 120 градусов и уехать в бок. И буквально с первой попытки я это сделал. Я и не думал, что это получится у меня. И на изи выходит сделать. Жалко, что не на свою камеру снял, а на Димона. Ну, когда они там выйдет видео у Димона, и его посмотрите все вместе, вместе со мной. Да, вот мы. Ну что скажу, вот такой вот спот, вот такой вот трюк сняли на 4, на 3 камеры. Безумно рад, безумно оказалось страшно поначалу, но по сути это супер легко, потому что это только Олли. И выглядит картинка с камеры Весли прям супер круто, мне супер понравилось. Итак, на этом видео подходит к концу. Катайтесь на скейте, прогрессируйте. Ну и если реально видео понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, друзья, всем пока!